Профицит уменьшен, но все же это профицит. Депутаты внесли поправки в главный финансовый документ области на 2018 год и плановый период 2019-2020. Согласно проекту закона, профицит бюджета уменьшится на 79 миллионов рублей. Правда, увеличились и доходы бюджета на 315 миллионов рублей за счет налоговых и неналоговых поступлений, роста акцизов и безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Известны уже и основные статьи расходов в новом варианте документа. Приобретение оборудования по департаменту здравоохранения у главного распорядителя бюджетных средств 43 миллиона, по департаменту социальной защиты на выплату пособий на ребенка 9 миллионов рублей, департаменту дорожного строительства, главному администратору на выполнение ремонтов дорог областного и местного подчинения. Ну вот, так скажем, основные направления.